Здрасте, зрители, подписчики на канале ЖК Просто, здрасте. Да, я посчитал комментарии по предыдущим выпускам, прибрал АППС, но ну, что делать? Бывает и такое. Ну все вроде нормально. Происходит. Короче говоря, этот пекался, макался. Мы ракем служебный фуру, сказали, езжай. Далее мы Португалия, короче, в Португалии сегодня едем. Без экспедиции, ну потому что как бы реально где-то к этому рад. 4000 километров, говорю, ну будем по 1000, наверное, ездить. Окей. Это 41, но там 190 есть своя опора. Там просто проблема в том, чтобы не подъехать. Вообще молодец. Так, все. Это что, опять что-то происходит? Сейчас, секундочку. Нет, в принципе, не сильно что ли поменялось, ну ладно. Все готово, приятной поездки. Ну я согласен, что все. Что все готовилось? Я не знаю, ребят. Ну это плата видеозахвата, то все идет. Видите? Ну хотя бы так говорю. Так что извините, но... Приготовьтесь к повороту направо. За неудобство. Поверните. Но по-другому не можно делать. Приготовьтесь к повороту налево.
это, я не знаю, это скорее всего. Никак забирает. Ну все, я вижу, блин, сюда. Блин, да. Блин, что сделано? Замечательно. Я без медиатора, но... Я выкручу руль, сейчас поедем. Поверните направо. Ну что ты, блин, не работаешь, ты ёлки-палки. Блин, открыто тут нарисоваться, блин. Да подожди на небо, что за... Пропущу его. Ну давай уже объезжай, блин, тормозилку. Ой, Вась, ты дурак или как, а? Блин, ну ты давний-то хромосом, что ли, или чё? Блин, я не знаю, вот что за дятлы?
Спасибо. Да она еле движется, блин, и... Давай, 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 ну.
Сейчас? Да заткнись ты! Господи, я не знаю. Да фуру понесло, я не знаю. Опять как все. Да иди в жопу. Не знаю, ты говоришь. Может, ты молния шарахнул или хрен.
Ай, твою мать, я говорю, да я не знаю, что такое, я говорю, блядь. Короче, говорит, буксировка в сервис, и оттуда поедем. Потому что, блин, ну намотались, ну, биби. Далее будет 585, говорю, окей. Ну, это первая проблема, потому что, блин, звонящий дождь. Поиск нового маршрута. Эксплорер Байкала, реально. Не без Байкала тут. Одни расходы, блин. Думал, нормально доеду, блин, ни хрена. Уровень несет, как корова на льду. Ай, бля, хомок, я не знаю, давай, Интер. Ну потому что, блин, я не знаю. Твою мать. Поверните налево. Ты хорошо, не молчи. Не мотай ты херней. Ну, все, я... Вот я сразу...
Да. Извиняйся, понимаю. Держитесь левее. Все полезли.
Да вот удачно встали. Я влезу в сплошное ядро, ну да.
да, бывает. Сейчас съедьте. Двигайтесь прямо. Затем поверните налево. Поверните налево.
Поехали. Потому что не знаю, полиция тоже, блин. Немножко выезжает не там никуда. Уехал, МВСход. Не трюк, закат заезжает, а МВСход. Все работает все нормально.
Ей-е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 й-
Это прекрасно, ехали, блин. Буханка какая-то едет. Смотри-ка. Нет. То есть я не знаю, на самом деле. Да я не вообще тысячу километров, но нет. Нет, нет. Так стоит 48. Спасибо. Это, наверное, для тех сделано, блин.
Кому Ленина и Спиденда смотреть? Или боятся на секунду глаза опустить и поднять обратно. Дико приехали. Держитесь левее. Теперь 20, конечно, влияет. Да не волос.
С, первый съезд. Сейчас вид посмотрим, если получится. Ну а что я делаю? Надо разнообразить контент. Многие думают, мы просто туда-сюда катаемся. Это не ошибка, это как бы, ну, вы понимаете, так, остановка запрещена, все по классике. Все посмотрим, все включаем. И полиция в засаде. Вообще зашибись. О, красиво встали просто. Да не смотрит, кто останавливается. Вы знаете, это есть вот... Ты говоришь, ты русский спецвариация. Кто-то смотрит из правил, наверное, движения, кто-то смотрит, чтобы меня останавливались, не пойми где. Сейчас. Я впереди, да ты что такое, подожди. Ай, блин, загорело. Ну, сейчас придется. Сейчас нахрен меня отцепить придется. Да ёпер, ну тебя что такое-то? Да иди отсюда. Слабо ты на... нахрен, вот серьезно. Оп. Ищу новый маршрут. Да потому что мы сколько раз проезжаем. Ну постоят, подождите, все равно. Давай посмотрим. Ох ты. Рига Хэс. Да подождите, пацаны, сейчас. Рижская Хэс. Понятно. Ну ладно, окей. Да подождите, все, ладно, понятно. Рижская Хэс. Давай по-нормальному.
Да подожди ты, блин, биби. Ну мне 2.7, короче, блин, забрать. Мы прибыли. Куда? Ты что, дура, что ли? Куда мы прибыли-то, блин? Приятной поездки. Знаешь, там, понимаете, надо завертеться и... Не особо. Опять к отцу. Второй съезд. Движение прямо. Да я в курсе, я уже вижу.
А что он делает? Не думал, что вообще направо уйдет.
Приговорили движение через 150 метров. Да вот я не знаю, вот, что за властелин колец, ёлки-палки, а? На кольце первый съезд. Спасибо. Я понимаю, это же по приколу, как бы, блин, логи ездили по этим кольцам, ну, блин. Сейчас съедьте. Сколько мы куда проехали, хрен знает, прям что 5 за это время. Блин, что за приколы, пацаны? Ты не успел в свой ряд вернуться. Извините. Да, Нива. Блин. О, сейчас будет весело. Сейчас опять застрянем, как в прошлом видео. Короче говоря, ребята, кто хочет музыку, просто включайте во время просмотра там любой там ВКонтакте, там, Яндекс музыки, там еще где-нибудь. То есть, понимаете, ну блин, как бы авторские права. Я сам проверял, как бы нормальная тема. Thank you.
Да можно, конечно, по 500 километров, но получается 8 раз за руль садиться. Да ёлки, первый театр! Да потому что я не знаю, блин, куда её несёт. Я не знаю, что делать здесь. Ёлки, мы бабай, да не знаю, что за хрень. Да правда, что ты что-то делаешь? Держитесь левее.
Спасибо, спасибо, молодец. Повесить все время на кем нравится. Да не венчит. Блин, опять кольцо. Думаю, второй, что ли, чуть. Там второй кольцо, что ли, вообще? Да не знаю. Да окей. Не, вроде не кольцо, нет, там просто Женя. Не сиди на сет. Широкая страна, моя родная. Видели, какие поля? Я на нее не попадаю. Тут бегает сердце.
зашибись. Ну быстрее, дурак, а. Ну что ты делаешь-то? Да я не знаю, блин. Да твою мать! Иди быстрее ты! Да уж, честно, сейчас не легче.
вообще, блин, 600 километров будет. Ну, прикольно, блин. Чина, блин. Сейчас опять будет как старый поиграл, блин. Куда ты, блин, едешь? Дури. Да, было прикольно, если бы. Да все, пожалуйста, проверяйте. Да один сегодня еду, просто коммерческую фуру дали. Типа. А что делать? Бывает такое. Спасибо. Спасибо. Блин, тут опять. Я не знаю, там опять это диафильм или кино, я не знаю, называть как хотите, блин. Не, ну сейчас попробуем опять зацепить и посмотреть, что на этот раз.
А теперь посмотрите, шикарный вид и правый. Справа и слева там какая-то верфь, что ли, что-то. И может шикарный вид, да уж. А вот это здание, вот это красотень. Иначе они такие строили замки, дворцы. Правда, блин, их не минус, им хрен протопишь зимой. Ну, знаете, камином и огнем все это, все эти вопросы решались. Такие вот замки строили иногда. И, скорее всего, то, что от него осталось. Даже когда они встречаются, такие... Да не вопрос. Не, ну серьезно, иногда, знаете, вот... Как говорится... А, это что, Калининград, что ли? Охренеть, Российская Федерация. Калининград. А, тут, скорее всего, в графе жили. Точно. Я первый театр, подожди. Да иди ты отсюда, чё на квадрат? Да Малевич, сидим в жопу. Так, короче, знаете, что делаем? Так, тормознись. Опять аварийка. Так, цепляемся. Да потому что я не хочу потом с ним разворачиваться, говорю, вы чё? Начинаем движение. Что это? Мой королева Луиза? Ну я говорю, блин, я скажу Калининград. Ладно, сейчас, секунду. Ну что, такие вот дела. Сейчас, секунду. Так, ладно, что, короче. Полюбовались бы. Поехали. ДТПС, я говорю, уйди отсюда. До Калининграда, я говорю. Чего вы хотите? Что я делаю, прицепляю, уложу и, как говорится, угреб антибит отсюда. Хорошей работы. Со всеми вытекающими. Да елки-палки, да Ренока вообще не видно, мигаешь ты. Не мигаешь. Да потому что я говорю, вертеться с прицепом, я говорю, такой... Приготовьтесь к повороту направо. Чего, блин? Поверните направо. Да подожди ты, куда? Опять какая-то таможня, я не знаю. Ребят, ну мы совсем уже поехавши. Да потому что, блин, ну, надо было с правой стороны, а не с левой делать.
Я в курсе, что РФ действует, но то все это. Российский тупизм не победим, да? Мы не очень сдадим. Ленинград. Среди Европы русская земля. Двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту налево. Черная стрелка нарвалась.
Сейчас съедете. Это прям по путям шурует, вообще молодец. Приедем 1000. Приготовьтесь к повороту направо. Ну тем более, ты говоришь, по русской земле едем. Калининград, ну да. Ну сейчас Калининград где-нибудь становимся, не знаю. Магистраль. Охренеть. Калининград. А че, игра нормально?
Ну, все, объезжаем на Калининград. Вот, можете посмотреть, какие же высотные здания, какие же дома. Прекрасный город, как говорится. Везде, везде как дома. Если вы, конечно, в России живете. Как Челябинск. А это Челябинск. Чугунные штаны из России. Что-то в этом роде. Ладно, шучу, короче говоря, ребят. Да не, я до Челябинска сейчас обидеться, скажу, вообще охренел. Ладно, шутка. Двигайтесь прямо. Мы тем временем едем по России. Среди Европы. Объезжаем Калининград.
Ребята, сейчас знаете, что мы сделаем? А мы на Калининград поедем. Ну потому что нам надо хотя бы кружочек навернуть. Поверните налево. Блин, да, оплата. Да блин, ну езжай, ну! Вот многотонник, блин, ебаный. Вычисление нового маршрута. Здесь кто есть, ну че. Да подожди ты, тормози. Да, в принципе, есть время, сейчас туда-сюда поездим, пока что я уже... 420 рублей. Расчет нового маршрута. Ну, пока что, да, ну, что бы было, знаете, как говорится. Блин, тут еще надо чуть дальше. Ну давай, блин, Блин, я не знаю, тупой что ли, чё?
Как сейчас надо бы... Поездим, что ты творишь-то? Да вообще, блин. Держите вправо. Затем продолжайте движение прямо. Так, подожди секунду, а где это самое? Надо вот сюда вот. Двигайтесь прямо. Слушай, иди уже. Да потому что я хочу... В офисное агентство на Тишу, потом кого-нибудь наезд в Калининграду. Какая разница тут на задворках? Как бы так. Давай, 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 да потом просто направо уйдем и все. В чем проблема-то? Да я понимаю, что мы катаемся по Калининграду, уже ничего не поделать уже. Ай, блин. Изменение маршрута. Здесь мы разделяемся. Да ёбер, дед. Развернитесь, когда
будет возможно. Да понятное дело, Игорь. Ищу новый маршрут. Развернись. Ай, кадровое агентство, ёлки-палки. Расчёт нового маршрута. Да замолчи ты, господи. Сейчас, окей, зарплата, добро пожаловать в кадровое агентство. Эти водители звонили за полтора. 1-7-8. Я не знаю, что у вас такое. Все так плохо. Ладно, короче, потом разберемся и сейчас. Да ёлки-палки. Да и газуй ты. Поверните налево. Да потом решим вопрос, я не знаю. Поверните.
Ну вот и все, вот, вот так вот. Так и парень сидит. Так, ладно, пока что на сцене не затопаешь. Чё, персонал? Майки. Видите, на газели почему-то зарабатывают, я не знаю. Ну это я не знаю, это скорее всего глюк игры какой-то. Так что вот так вот. Не, ну, да, ну окей. Thank you.
Сейчас мы в магазин дадим. Ну, я не знаю, ребят. Ну, видите, он пришел, он говорит: чуваки, я газелист. А вы мне какую-то шкоду даете. Так, ладно, окей, сейчас. Купить. Вот он, Калининград, уже. Охренеть. Ну все, езжай, газелист. Андрей, ты, ладно, окей. Ну, вот так вот как-то нам виноват. Еще одна игра. Ну, я говорю, пока на красном стояли, видишь. Профессиональные дела поделал. На ее оперный театр, она начинается. Да я не знаю, что вообще. И чё такое? Да чё за группа чё-то?
Как я люблю дождь в ЭТС-2, блин. Все, я один сегодня, да. Да один сегодня, потому что коммерческая фора. Спасибо. Да ёлки-палки, доказывай ты! Да елки-палки, да заколебали уже. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Да, один.
Спасибо. Еще 30 минут проедем, и нормально будет. Да я говорю, блин, ты бежишь.
Вот это баба. Да я готов, сто готов. Упс, что-то немножко. Ну и чё мы тут? Чё мы тупим? Дача. Ёперный деда, подожди, что такое? Какие-то герои. Крест, ха-ха-ха, да, это не моя рануха, где можно развалить крест, приколите. Как это самое, блин. Ты в сидячем вагоне. Двигайтесь прямо. Ой, господи, да уж. Жена. Ты удивляешь. Ничего себе, да. Охрененно.
Когда мне встать? Ой, спасибо. Я выдержусь. Твою мать, ну ладно. Следующий заправку. Да, в принципе, еще бензин есть. Ладно, следующий. Ну да, это, наверное, четкий 80-й бензин, блин. Как раз тот мост, который мы видели. Да вот здесь туда посмотрите, у них хрена нет там. Да странно, может быть где-то вдалеке. Ну да ладно, как говорится, вообще, блин, прикольно, классно, замечательно. Что-то же железная дорога рядом. Обалдеть. Повороты.
Так, у меня как бы два вопроса. Где мы парковаться будем? Это раз, а во-вторых. Там ДЖ-платная дорога есть. Спасибо. Да не лучше уж на заправке ждать. Да потому что опять игра предлагает в чистом поле. Нормально.
Да не. Это не наша тема. Потому что это опять в чистом поле паркинг. Временный паркинг. Да не знаю, сколько мы едем, наверное, уже часа два, наверное. Ночь часа четыре. Андрей, ты 314, молодец. Молодец, Андрюха. Не, ну правда. Молодец. Вот видите, калининградский хорошо работает. Да что это такое? Заказ. Дальше будет больше. Да нас вечно, блин. Живем в России, мы все агентства на отшибе. Да что говорить, все равно калининградский. Все равно будет искать заправку. Четыре штуки. Ёлки-палки. Да, охренеть. Ой, здрасте, лошадки. Глянь, прям живые. На, чё, лошадки, герои, это первый вид транспорта, который изобрел человек. Сначала было домашнее животное, а потом транспорт.
там транспортное средство. Такая вот философия. Ездили верхом на телегах, сейчас до сих пор на телегах. Ну это в деревне можно увидеть. Тоже ездит. Ну, сейчас уже, наверное, деревня модернизировалась, но в мое время, как бы когда я был пацаном, совсем маленьким, мы на телегах ездили. Даже вот так вот. Одного запрягу, ты поехал. Вопрос, о чем будем делать, когда у нас бензин кончится? Блин, тут ни одной заправки по пути. Блин, здрасте, теперь коровы. Заживись! Возвелись! Здрасте, кормилицы. Да уж. Без коровы в деревне так же там будешь. Ну да, да, выражение корова надутое. Ну это знаете, это... Сантехника милость, но на самом деле корова, по-моему, в Индии, по-моему, насколько я знаю, священное животное или что-то типа того. Ну, если что, попробуйте меня в комментариях. Да не знаю, тут... На самом деле тут все на привешку забирать. Такие виды игры, мама мия, просто. Опять какое-то поле. Сейчас, я так понимаю, свиньи появятся. Вот просто вправо, смотрите, вот. Такая корова смотрит удивленно, ну ни хрена себе, фу, носится. 101. 100 километров еще проехать нам, и можно уже парковаться где-нибудь. А, вот такая заправочка. Сейчас как раз подзаленте. Да не, они вышли. Они, знаете, вот, блин. Я говорю, сколько с ним? Я в первом театре. Ну да, я говорю, да. Ну а что делать, выбирать не приходится. У меня соляр ноль. Иначе мы где-то в поле встанем. Да ёперный театр, ты заколебала ты меня уже, ну. Ну блин, какой стояночный тормоз? Ты сам ты стояночный тормоз, это цепистик. Thank you.
Ну, вот видите, как бы... Да не знаю, можно, в принципе, и здесь прогонаться, я не знаю. Давайте хотя бы 100 километров еще проедем. Потому что как бы так... Да потому что... Хотя бы подзаправились, говорю, и ты. Так, о чем мы говорили, да, точно. О лошадях и коровах. Сейчас, кстати, еще одна ферма впереди. Вот, смотрите, красавица. Одна лежит, ей похуй. Ей похуй. Да. Какая... Да вообще похрену, как говорится. Не, ну на самом деле прикольно. Потому что в ранних версиях просто делалось как бы, блин. Вы просто знаете, как из Бабьямаша раньше ставили такие вот обманки, и тут так же есть. Вроде красиво, но... Такое ощущение, как бы куклу понаставили, а тут как бы живое. И движется, и анимация, и все такое. Как раз жена поехала. Да я говорю, блин.
Алина Магнум что-то не сильно вдохновил меня в данном случае. Ну что, я не знаю, друзья мои, может, в Познане остановимся. Потому что что-то как-то странно на самом деле, блин. Короче, блин. Поверните направо. Ты дурак, Вася, вот объясни ты мне. Фура несется, я говорю. Давил чуть-чуть, блин. Не, ну давайте, ладно, короче. Будем считать, что 1000 километров проехали. Сейчас в отель остановимся. Так вы знаете, это самое. Нового маршрута. Так, ладно, друзья мои, ну 40 и 40 километров, ладно. Да потому что я говорю, мы сейчас где-то позже остановимся, будем уже. Короче, вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Ладно, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, самый большой класс. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.